Рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня я вам расскажу про заказ, который я недавно сделала. Это пластиковые органайзеры, мне очень нужны были они, и я долго искала, в каком же интернет-магазине мне заказать. Я еще нашла один магазин, но там достаточно такие вот цены кусающиеся, и нашла магазин, который сотрудничает, и то есть доставка идет и в Украину, и в Россию. Итак, я начну знакомство вот с такого органайзера. Вот так он выглядит. Здесь, как вы видите, первый отсек. Здесь можно тоже помады, тональные основы, какие-то палетки. Здесь тоже для помад. Также сзади есть такое расположение. Тоже можно разместить палетку. Достаточно легкий акрил. И производитель заверяет, что акрил, он не бьющийся. То есть, если он у вас упадет нечаянно, он не разобьется. Я, конечно же, не проверяла и пока не могу точно сказать. И ту-ту-ту. Так, и следующий я заказала себе вот такой органайзер. Здесь можно хранить помады, бальзамы, ну, что угодно, в принципе. Здесь, видите, у нас есть отсеки. Мне очень понравился этот органайзер. И, кстати, вы можете по своему желанию, по своему усмотрению связаться с менеджером этого интернет-магазина и заказать то, что вам нужно. Также там есть канцелярия, все с акрилом, потом для косметики, для бижутерии. И просто я вот такую вот акриловую коробочку взяла для палеток. Ну, в принципе, так акрил прочный. Очень понравилось, доставка очень быстрая, люди очень приятные, менеджер этого магазина. Вот такой был обзор. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Пока-пока.